Что такое, Марли? Ты хочешь попробовать более сложный трюк? Ты собираешься снова перекраситься в Халка? А как это поможет тебе исполнять трюки? Отлично, давай узнаем. Привет, Том. Марли снова хочет превратиться в невероятного Халка. Поможешь ему? Ну, конечно. Защитные очки непременно понадобятся. Что дальше? Краска, верно. Красный, голубой, желтый, белый и зеленый. Ты готов, Марли? Хоу, большие колеса! Как здорово! Эй! Фиолетовый? Ах да, для его штанов, ну конечно. Невероятно, но кое-чего все-таки не хватает. Потрясающе! Ты выглядишь в точности как Халк. Только не злите его. Не бойтесь, малыши, это всего лишь Марли. Он собирается выполнить новый трюк. Конечно, вы тоже можете поехать и посмотреть. Марли, это было потрясающе. И все-таки тебе стоит быть осторожней со своей силой. До свидания, друзья. До новых встреч. Привет, Карл. Какой ты радостный. Куда ты направляешься? В малярную мастерскую Тома? Ты счастливчик. Привет, Пикл. Ты тоже едешь в малярную мастерскую Тома? Правда? Отлично.
Каким героем ты хочешь стать? Ребята, вы хотите превратиться в Тома и Джерри? Я хочу на это посмотреть! Эй, Том, ты готов превратить Карла и Пикл в Тома и Джерри? Да? Прекрасно! Кто будет первым? Ты, Карл? Хорошо. Пикл, мы скоро вернемся за тобой. С чего начнем, Том? Мы покрасим Карла в серый цвет, как кота Тома. Хорошая идея. Нам понадобятся еще какие-нибудь цвета. Да? Для чего? Ты собираешься покрасить Карлу живот? Превосходно! Что еще нам нужно? Кошачьи ушки! Ух ты, Карл! Ты теперь точно как Том! Чего-то не хватает. Кошачий нос! Ну, конечно! Это все, Том? Хвост! Ты выглядишь потрясающе, Карл. Ой, то есть, Том. Ну что, теперь можно заняться Пикл. Пикл мы тоже покрасим аэрозольной краской, Том. В какой цвет? Коричневый, как мышка Джерри. Хорошо, Том, приступай. И живот тоже. Замечательно. А что насчет мышиных ушек? Вот и нигде. А усы для Пикл тоже найдутся? Ты что-то забыл, Том? А хвост для Джерри не нужен? Ну что, теперь Пикл готова поехать на улицу, Том? Звучит в точности как Джерри.
Смотрите, Карл догоняет Пикл точно так же, как Том и Джерри. Пока, Том. До новых встреч, друзья. Скорая помощь Эмбер, должно быть, торопится на вызов. Посмотрите, как быстро она едет. Погодите-ка, она улыбается. Ты едешь в малярную мастерскую Тома? Здорово, Эмбер. Здравствуй, Том. Эмбер приехала для перевоплощения. Эмбер, ты знаешь, в кого бы хотела превратиться? В прекрасную корову? Разве есть такой персонаж? Ну хорошо, Эмбер, следуй за Томом в мастерскую. Сначала тебе нужно надеть защитные очки, Эмбер. Ах да, и мигалку тоже придется снять. Отлично, приступим. Какой цвет будет основным, Том? Коровы ведь бывают разных цветов. Хорошая идея. Начнем с коричневого, а затем добавим другие цвета. Ну что же, ты уже совсем не похожа на скорую помощь. Для чего это? Ты собираешься использовать это, чтобы сделать пятна на Эмбер? Как необычно. Приготовься, Эмбер. Том, это была потрясающая идея. Теперь тебе нужен цвет кожи, чтобы сделать Эмбер мордочку. Твои колеса теперь похожи на копыта, Эмбер. Вот подходящий цвет. И кисточка нужного размера. Ой-ой, похоже, Эмбер собирается чихнуть. Было щекотно? Больше никаких кисточек, Эмбер. Только немного деталей. Давай-ка посмотрим, что внутри этого большого чемодана. Эмбер уже очень похожа на корову. Выглядит неплохо, но что-то все равно не так. Ну, конечно, коровы не носят очков. Эй, Том, а что в чемоданчике? Накладные ресницы? Ты прав, Том. У коров действительно очень красивые глаза. И ты была права, Эмбер.
коровы просто великолепны. Том, ты проделал отличную работу. Ты должен собой гордиться. Эмбер очень нравится ее внешний вид. До новых встреч, друзья! Малярная мастерская Тома. Монстр-трак Марли сегодня в озорном настроении. Упс, кажется, один из малышей потерял свой мячик. Ох, Марли, ты словно тигр, который охотится за мячом. Ты хочешь стать похожим на тигра? Из тебя бы вышел превосходный тигр! Почему бы тебе не отправиться к Тому в малярную мастерскую, чтобы он устроил тебе перевоплощение? Эй, Том! Ты работаешь над новыми идеями для перевоплощений? Что ж, так случилось, что монстр-трак Марли направляется к тебе. Он хочет превратиться в тигра. А это должно быть и он. Как странно. Никого нет. Это ты, Марли. Шутишь, как всегда. Заезжай-ка внутрь, и Том начнет превращать тебя в тигра. Надевай защитные очки, Марли, и твои глаза будут в безопасности. Какой цвет возьмем первым, Том? Красный слишком темный для тигра. А желтый слишком светлый. Хороший выбор. Оранжевый не слишком темный и не слишком светлый. И будет прекрасно смотреться с черными тигриными полосками. Стой смирно, Марли. Том собирается нанести первый слой краски. Переходим к следующему шагу. Что у тебя здесь, Том? Белая краска и черная краска. Ну, конечно, тигры же полосатые, а животик и мордочка у них белые. Сейчас немного черных полосок. Выглядишь чудесно, Марли. Погоди-ка минутку. Когда ты прыгаешь, все увидят, что твой живот все еще черный. Том, ты можешь что-нибудь с этим сделать? Какое хитроумное изобретение, Том! Кисточка щекочет Марли. И сильно! Хорошо, Марли, отдохни немного, пока Том подберет последние элементы для твоего перевоплощения. Это твои маски животных, Том? Нет, не это. Нам нужен тигр, а не зебра. Нет, это медведь. Тигр! Вот маска, которая нам нужна. Готов к последним штрихам, Марли. Молодчина, Том! Марли выглядит в точности как тигр. И ведет себя так же. Пока-пока, Марли. До новых встреч, Том. Привет, Фрэнсис. Ты выглядишь взволнованным. Ты едешь в малярную мастерскую Тома? Каким героем ты станешь? Ты хочешь, чтобы мы угадали? Хорошо. Может, тогда дашь подсказку? Ты будешь Микки Маусом. Здорово! Привет, Том. Ты готов превратить Фрэнсиса в Микки Мауса? А вот и он. Давайте начнем. Сначала
Аэрозольная краска. Отлично. Какие цвета нам нужны? Черный, красный и желтый. Каким цветом воспользуемся сначала, Том? Черным. Хорошо. А следующий цвет будет желтым? Ладно. А как насчет красного? Поднимай-ка свой подъемник, Фрэнсис. Выглядит очень похоже на штаны Микки Мауса. А теперь пора взяться за желтую краску. Чудесно! Твой подъемник слишком высоко, Фрэнсис. Кисть не достает. Ты не мог бы чуть-чуть опустить его? Отлично! Что нам еще нужно? Закрой-ка глаза, Фрэнсис. Мы немного их подкрасим. Вот так, намного лучше. Мышиные уши такие же, как у Микки. А хвост у тебя есть для Фрэнсиса, Том? Идеально! Что-нибудь еще? Пуговицы! Превосходная идея! Давай прикрепим их сначала на левой стороне. На правой стороне тоже сделаем. Кажется, тебе нравятся эти пуговицы, Фрэнсис. Замечательно. Давай-ка вернемся в автомобильный город и покажемся всем. Эй, Фрэнсис, можешь помахать хвостиком, как мышка? Пока, Том. Спасибо тебе. Ух ты, Фрэнсис. Ты выглядишь точь-в-точь, как Микки Маус. Какой чудесный день в автомобильном городе. Оу, смотрите, это же Тайлер. Привет, Тайлер. Куда направляешься? Едешь в малярную мастерскую Тома, чтобы превратиться в Смурфа? Вот это да! Поехали вместе! Привет, Том! Тайлер – большой фанат смурфиков, и ему хотелось бы превратиться в одного из них. Ты можешь ему помочь? Превосходно! Он сильно изменится! С чего начнем, Том? Да, это именно такой синий цвет, как у смурфиков, Том. Ну что, уже ощущаешь себя смурфиком, Тайлер? Что дальше, Том?
Оу, какая кисть! Похоже, теперь у тебя есть белые штанишки. Чудесно! Теперь что? Ага, что это у тебя здесь, Том? Здорово! Давай наденем эти новые колеса, Тайлер. Отличная работа, Том. Теперь кажется, что у тебя белые ботинки. О, шапочка! Это идеальный финальный штрих, Том. Что думаешь, Тайлер? Выглядишь потрясающе. Мы ничего не забыли? Ну, конечно, хвостик и нос, чтобы перевоплощение было полным. Кажется, ты теперь полностью готов. Это то, что ты хотел, Тайлер? Я рад, что тебе понравилось. Отличная работа, Том. Собираешься прокатиться, Тайлер? Ого, это куст с ягодами смурфов? Это он! Ха-ха, отличная идея, Тайлер. Наслаждайся ягодами. До свидания, Том. Прекрасно поработал. Привет, Чарли. Куда ты едешь? К Тому в малярную мастерскую за новым образом? Дай-ка угадаю, ты хочешь стать Человеком-пауком? Это твой крюк на кране дал мне подсказку. Он уже выглядит как паутина. Но я думаю, будет безопаснее, если ты уберешь его, пока едешь к Тому. Эй, Том, похоже, уже все готово для того, чтобы превратить Чарли в Человека-паука. Как много красной краски! Ты прав, Чарли очень большой, поэтому на него уйдет много краски. Ты стал немного похож на пожарную машину Фрэнка. Может быть, нужно добавить детали, Том? Ну, конечно, паутина! Подожди, тебе понадобится тоненькая кисть.
клевая. Хорошо, что напомнил, Том. Конечно, Человек-паук носит маску. Угу. Закрывай глаза, Чарли. Подержи глаза закрытыми еще немного, Чарли, пока краска не высохнет. Что ты там делаешь, Том? Эта наклейка с пауком выглядит потрясающе. Кажется, нужно еще кое-что сделать. Сколько колпаков нам нужно, Том? 6? Давай сосчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ух ты! Ты выглядишь в точности как Человек-паук, Чарли. Молодчина, Том. Вот для чего Чарли выдвигал свой кран. Он хотел быть Человеком-пауком и двигаться как Человек-паук. До свидания, друзья. Скоро увидимся.